Всем привет, с вами Лёха, и сегодня мы поиграем в The Abandoned. Это песочница. Сейчас, секундочку. Разработана она при поддержке Гайден. У них там разработчик Warsander. Короче, у них есть такой проект, типа, не помню, как называется, но он помогает инди-разработчикам продвинуть свой проект в жизнь, то есть. Ну вот они им помогли, в App Store она вышла, эта игрушечка. И эта игра стоила при запуске, ну точнее, как она только вышла, она стоила 279 рублей еще до поднятия. И сейчас ее с поднятия ее подешевели, так что она стоит до 1 доллар, то есть 75 рублей. В игре нет мультиплеера, у нее есть два режима, три режима история. Это проходим по сюжету полностью. Режим приключения можем выполнять на выбор задания, различные сложности. Это чисто выживание. Что хотим, то и делаем. Ну, мы начнем играть в историю с вами. И начнем сначала. Я немножечко играл. Игра русская, как понятно. Читайте сами. Упал с ним самолет, так он остался один в этой зоне. Ну, мы денечек поиграем. Сейчас я чуть-чуть поярче сделаю экранчик. Чуть-чуть, вот. Итак, погнали. Пойдем. Я, конечно, извиняюсь, что на собаке гавкаю, тут под окном псами, блядь, развели. Вот, создать топорик сейчас создадим. И будем пиздяк. В игре нет мультиплеера, так что кому же мульт? Вот мне нужен мульт. Но его тут нету. Кстати, нам бревно нужно, поэтому я тут срублю сразу все деревяшечки. У нас уже топор сломался. Быстренько он. Так. Все, идем по стрелочке. Ну, у нас миссия. Короче, надо собирать еду, как обычно. Вот у нас сверху показывается, в левом углу. Пойдем что-нибудь... О, надо сожрать. Так, что у нас тут? Во-первых, сделать нам надо кирочку. Тут, видите, все время не моментально, а какое-то время надо ждать. Эй! А вот и первый зомбак. Ой, что-то он быстро умер. О, неплохо я его собрал. А вот у нас рюкзачок появился. Максимально у нас 13 килограмм. Ой, 21 килограмм. Не, сначала был, это я просто свою прокачивал его. Тут есть система прокачки. И, как я понял, я думал, все потеряется, но нет. Вот так вот мы можем выбрать. Подолбим мы немножечко камень.
Так, главное не забывайте про еду. Как нам прожить ночью? Ну, тут ночью особо не опасно пока что. Достаточно всего лишь костер разжечь. Ну, тут, если найти... Делаем перегруз. Так, делаем. Ух ты, как тяжело там стало. Так, нам может сделать костер, ну, окей, но я хочу вот построить ящик сначала. Давайте его прям тут и сделаем. Ой, построить. 2 минуты, нифига себе. Ну, какие-то быстрые 2 минуты. Это хорошо. А как? Как им пользоваться? Улучшенный костер. Пойдем дерево долбанем. Итак, можем построить улучшенный костер. А, подождите, есть такая тут фишечка. Я вам покажу. Вот нажимаем. Построить. Что нам не хватает? Топливо. Создать из других инструментов. У нас создает из других предметов. У нас создает костер. Вот, в принципе, и улучшенный костер у нас готов. А, вот кнопка открыть. Итак, что мы можем туда перенести? Хранилище. Селитра в хранилище, активный уголь в хранилище. Стебель можно сожрать. Все, в принципе. Вот у нас тут будет такой ночлег. Так, кирка. Сейчас у нас стоит не кирка, вот сейчас стебель. Это есть можно, корень. Вот тут мы разожжем кастрик. А пока надо пособирать еды. Главное, надо собирать еды и всяких ништяков, чтобы вам ночью не надо было что искать. Прикольная игра, блин. Вот мне очень жалко, что нет в ней онлайна. О, елочка нашел. Так, взяли камешков. Топорик сейчас возьмем. Топорик, стебель. Стебель. 3, а что-то один все равно отключает. Непонятно. Листья какие-то собрал. А, для веревки у меня есть стебель. Понятно. Я думал, для еды. А это не для еды. Все, скоро ночь. А у нас жратвы-то нету практически. Пойду искать еще. Опа, баночка. Грибочек. Вот этот можно съесть сразу. А есть грибы, которые эти мухоморы. Их надо опалить.
Ладно, я думаю, мне хватит на ночь. 7-7, а тут 30 самый. Потому что уже ночью желательно развести костер. Вот мне иду я к своему ящику. У меня теперь на карте нормально получается. О, а тут и яблочко рядом лежит. И мы сейчас тут как кастрик зажгем. Глушенный костер. Костер тоже на время. Вот тут он будет под... написано, что подкидывать. Ну вот. Ну тут, в принципе, вот это 12 минут за глаза. Вот все лучше испечь, потому что она более дает энергии. Так, а жареный... А, ну он мне как бы не жареный получился. Так, печеное яблоко. Жареных гриб. Еще одно печеное яблоко. Печеная корень. Дротик. Его сделать на ножке. Вот, заодно желудь сейчас соберем. Да уже, в принципе, рассвет. Вот буду с вами играть в дни, сколько я смогу прожить. Если умираешь, допустим, на второй день умер, ты возвращаешься, к вечеру, допустим, ты возвращаешься в начало дня. У. Грибочек просто надо было с собой. Тут вот такие иногда звуки, когда стреляют. Вертолеты типа летают. Ну, видите, я как уже скинул, уже 14 килограмм. Короче, все продукты, которые вы собрали, там корень, гриб. Гриб, тем более мухомор, лучше не жрать вообще. А когда он только пожарить его, он сразу будет более съедобный. Вот можно подкидывать в огонь, чтобы больше по времени. Ну, нам сейчас не надо, потому что сейчас уже вот уже утро. Можно идти, в принципе. Все, видите, все по времени. Есть донат. Есть. Я только пора не помню, где его. Где он вообще есть? Не помню. Такая вот карта. Вот видите, сколько мы открыли пока. Там дом есть. Тут очень аномальные зоны. Но пока первый денек, я думаю... Такой хватит. Итак, первое включение. Потом будем больше, больше. Главное, чтобы вам понравилось. Ну все, в принципе. Светло уже. Вот. Вот теперь очечки пришли. И теперь я вам покажу, может что-то прокачать. Ну, правда, у меня всего 115, а тут... Вот видите сами, сколько надо, чтобы прокачать. Самое дешевое это 200. Но у меня столько нет. У меня просто пропуск. Следующий день. Вот наступил второй день. Короче, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Леха. Всем пока. Выживание следует.